Здравствуйте, с вами интернет-магазин Grand Instrument UA. Представляем вам автосканер Launch C-Reader CRP-239 Professional. Комплектация автосканера C-Reader CRP-239. Непосредственно сам автосканер имеет разъемы для подключения питания и кабеля диагностики, кнопку включения и выключения, кнопку возврата на главную страницу, джойстик управления, кнопку подтверждения и кнопку возврата на шаг назад. Операционная система Android, экран сенсорный, цветной, 5-дюймовый. Вес сканера небольшой, около 600 грамм. Батарея достаточно мощная, 4000 мА, 8 гигабайт встроенной памяти. Также вместе с ним идет главный кабель OBD2 для подключения к автомобилю, чехол для хранения и переноса сканера, кабель для зарядки 5-вольтовый и инструкция по эксплуатации. Первая, самая главная вкладка – диагностика. Включает более 50 марок автомобилей европейского, американского и азиатского производства, демо-режим и программу автоматического определения ВИН-кода. Сканер работает с системами двигателя, трансмиссии, подушек безопасности СРС и системы АБС. Вкладка IM – это проверки систем двигателя автомобиля на соответствие экологическим нормам. Отдельно вынесена вкладка OBD2 для чтения и стирания кода внеисправностей всех автомобилей, начиная с 1996 года, который имеет диагностический разъем OBD2. В приборе также реализованы 6 сервисных функций сброса. Это Brake Reset – обслуживание тормозной системы, в том числе сведение-разведение механизмов электронного ручника. Oil Reset – сброс сервисного интервала, замены масла. SAS Reset – функция обучения датчика угла поворота руля. BAT Reset – работа с системами АКБ при регистрации или ее замене. Electric Throttle – адаптация дроссельной заслонки. DPF Regeneration – запуск принудительной регенерации сажевого фильтра. И отдельно – функция контроля состояния батареи АКБ. Обновление для загрузки последних обновлений через Wi-Fi. Вкладка «Данные». Здесь находятся сохраненные отчеты о диагностике, библиотека кодов ошибок, подсказка, где хранится автомобильный разъем, галерея скринов, восстановление ПО и справочник часто задаваемых вопросов. Настройки. Общие настройки сканера. Выделим основные преимущества автосканера. Самое главное и основное преимущество этого сканера – высокая функциональность за небольшие деньги. Достаточно большой цветной экран с возможностью управления как сенсором, так и кнопками. Очень удобно реализованное автоматическое сохранение отчетов о диагностике. Есть расшифровка кодов неисправностей на русском языке. Интерфейс также поддерживает русский язык. Техподдержка производителя и обновление ПО происходит через Wi-Fi соединение. С вами был интернет-магазин Grand Instrument. Не забудьте подписаться на наш YouTube-канал и до скорой встречи!